На очистных сооружениях Верхний Посад в Звенигороде продолжаются работы по ликвидации неприятных запахов. Летом здесь была проведена промывка стенок и днища первичных отстойников, а для улучшения очистки стоков добавили свежий ил. Об этом рассказали на еженедельном совещании в администрации муниципалитета. Какие за неделю были предприняты меры, реализованы мероприятия, есть ли положительная тенденция и соответственно, план на следующую неделю. На данный момент очистные сооружения принимают стоки от 280 многоквартирных домов. На объекте решили восстановить оба аэротенка, чтобы был 100% резерв в случае необходимости ремонта. Второй аэротенк планируют запустить уже в середине октября. Параллельно идет работа по подбору технологий на реконструкцию. Основная задача у нас была это запустить микробиологию для того, чтобы она очищала воду максимально эффективно. Новая рационная система позволила увеличить количество кислорода в воде. Работа по очистным сооружениям продолжается. Технические моменты и дальше будут отлаживаться. В дальнейшем Верхний Посад планируют включить в проект по реконструкции оздоровления Волги. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».